Накануне состоялся 21-й съезд партии «Единая Россия». Он прошел на площадке выставки форума «Россия» на ВДНХ. На съезде выступил Владимир Путин, который уже заявил о согласии участвовать в выборах президента России, которые пройдут 17 марта будущего года. В свою очередь, делегаты съезда единогласно поддержали самовыдвижение действующего главы государства. И прежде всего, конечно же, хочу поблагодарить вас за последовательную и надежную поддержку. Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов. Вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами без всякого преувеличения исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил. По мнению президента, время требует от российского общества твердости, сплоченности и готовности отвечать даже на самые сложные вызовы. Все, что разъединяет людей, нужно отбросить в сторону. И, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце. Глава государства заявил, что залогом динамичного развития России являются конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем и путей решения. По словам президента, определять планы на будущее страны необходимо вместе с гражданами.